Так, ну вот мы покидаем Квай. Светает тут очень быстро. Время, он уже сумер, это рассвет уже, время 5 минут 7. Темнеет быстро и светает быстро. Он закрыл, да? Да, закрыл. Все, ну вот. Вот все, мы поехали. Дальше выдвигаемся. Вот насосная станция, которая вот эти домики на воде. Вот она, наш номер был, 112. На самого краю жили. Водичка уже, видать, водичка. Ну, туман стоит, жара еще, туман. Это туман. Обезьян, ящерицы бегают. Все. Пошли мы. Сейчас сдаем ключики, едем дальше. Вот тут. На иврите все написано, не поймешь. Цветочка, красота. Вон паром, на котором мы вчера плавали со спасательными жилетами. Да, 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 вода поднялась, да. Дождь был, точно был. Был. Во. Охренительно. Просто охренительно. Сейчас идем завтракать. И все. Уже люди сидят. Завтракают. Там у нас что? А? Ключи надо задать. Смотровая площадка. Настоящие джунгли. Вот это столовая наша. Пошли мы за едой. Тут вообще стол. Что будет? Рис? Шведский стол. Ну что, вот так вот.